Привет, друзья! Сегодня я покажу два способа, благодаря которым вы сможете сделать так, чтобы рекламы на вашем телефоне вообще не было. Часто сталкиваются все с проблемой, что нехватка памяти. Значит, что нужно сделать, и памяти будет действительно намного больше. Первый способ. Заходим в настройки, ищем пункт Google и спускаясь вниз, тут у нас будет пункт реклама. Заходим в реклама, сбросить рекламный идентификатор, нажимаем ОК и удалить рекламный идентификатор, нажимаем удалить рекламный идентификатор. Так на 50% мы сделаем так, чтобы у нас не было рекламы. Если вы смотрите в ТикТоке видео, то здесь вот ссылочка будет на главной странице, на нее тапайте. Если же нет, на Ютубе ссылочку в описании оставлю. Если же нет, то заходите в телегу и в поиске пишите Тимоха Лайв. Сразу найдете вот этот вот канал, который называется Тимошка Лайв. И здесь вы скачаете вот эту вот программу AdWords Pro. Полезный инструмент, который блокирует любую рекламу в интернете. Нажимаете скачать, не бойтесь, все проверено. И у вас будет такой вот значок. Даете разрешение ему, нажимаете вот так вот вправо. И все, включается защита, включается полностью блок рекламы. Любой сайт будет без рекламы, без встроенной рекламы и так дальше. Вы сможете пользоваться телефоном без рекламы. Это самый лучший способ. Проверяйте, устанавливайте.